Анонс и точка выхода 237 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 237 серия сериала выйдет в эфир 24 января. Ранее в сериале мы увидели рассерженного барана. Мужчина не может сдержать эмоций, которые рвутся из него наружу. Он со всем возможным гневом пинает одно из кресел, которые стоят у него в кабинете. Когда к нему приходит брат, чтобы выяснить, что произошло, баран рассказывает ему, что Дилан ушла. Девушка говорит, что она действительно думала, что этот дом успел стать для нее таким же домом, как и для всей остальной семьи – Карабей. Дилан задается вопросом, неужели действительно так легко отказаться от всего того, что связывало ее с любимым человеком? Но Сабиха старается успокоить дочь. Женщина говорит ей, что жизнь – это всегда очень сложно. Некоторые вещи, на первый взгляд, могут показаться совершенно не такими, какие они есть на самом деле. Хасан за обедом говорит с матерью. Он интересуется у женщины. Разве не сказала Дилан, что на этот раз все и в самом деле кончено? Баран с печалью смотрит на то место за обеденным столом, где обычно сидела его жена. Дилан, сидя в доме у матери, почти что вскакивает, когда она приходит к ней. Девушка интересуется, не пришел ли кто. Юль в свадебном платье сидит на ступеньках и плачет. Хасан и Азаде собираются сделать все для того, чтобы молодые люди расстались. Ферат и сам не может поверить в то, что произошло. Джихан старается успокоить старшего брата и убедить его в том, что Дилан вскоре обязательно вернется домой. В разговоре с матерью Дилан говорит, что что бы ни произошло, она не собирается возвращаться к барану. 237 серия сериала выйдет в эфир 24 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.